Луговкин старательно упал в штрафной, но судью Синера теперь дешево не купишь. Ситуации же у ворот напротив, фол Девадзе против Харлачева, сомнений не вызывает. 11-метровый. Косолапов бьет уверенно, 1-0. Выйдя на поле после перерыва, Локомотив сталкивается с традиционной для себя проблемой воплощения игрового преимущества в голы. Татаркин длинным пасом находит в штрафной неунимающегося Харлачева, но его время еще не пришло. А Андреев по-прежнему верит в своих парней. После нехитрого прострела мяч, попав в перекладину, отскакивает к подоспевшему Маслову и рикошетом от Александра летит в ворота. Форвард посвящает гол страдавшемуся Андрееву. Но выше головы не прыгнешь. Гарин с Косолаповым, хладнокровно поиздевавшись над провинциальными защитниками, выводят на завершающий удар палочку-выручалочку Локомотива Харлачева. И он не прощает Девадзе. 2-1. Отчаянный Акакий пошел забивать. Он поступал так при счете 0-4. Сейчас же его команда проигрывала только один мяч. Но все тщетно. 2-1. Локомотив сильнее. Был отличный настрой. Мы рассчитывали здесь хотя бы сыграть ничью. Конечно, старались сыграть на победу. Они сейчас не могут найти свою игру. Просто им надо один раз выиграть или хотя бы сыграть ничью. И тогда у них пойдет, я думаю.